Господня, молитвами Богородицы спаси, спаси. Тебе кланяйтесь за солнце правды,
и Тебе, Витязь Сады Востока, Господи, слава Тебе. С Тобою начало в день силы Твоей, а во светлостях святых, святых Твоих. Рождество Твое, Христе Боже наш, Россия, мира и свет разума, в небо звездам служащий, звездою учащуся, Тебе кланитесь солнце правды, и Тебе видите все сады Востока, Господи, слава Тебе. И шрива прежде единицы родив Тебя, клятся Господь, и не раскается от иерей вовек по чину. Мелхиседекову. Рождество Твое, Христе Боже наш, Россия, мира и свет разума, в небо звездам служащий, звездою учащуся, Тебе кланитесь солнцу правды, и Тебе видите с высоты Востока, Господи, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. И над ним пресущественного рождает, и земля рецепт неприступному приносит. Ангелы с пастырьми слава словят, возвеже со звездою путешествуют, нас в городе родися. Отрочим лада прилечного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во Христа крестися, во Христа крестися. Аллилуйя. Во Христа крестися, аллилуйя. Мирицы, во Христа крестися, во Христа крестися, аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Во Христа крестися, аллилуйя. Филипцы, во Христа крестися, во Христа крестися, аллилуйя. От Матфея Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, тревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрал всех первосвященников, книжников и народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Иероним Стридонский. Проповедь на Рождество Христово.